Всем привет. Простите. Мы продолжаем проходить Metroid Dread. Значит, я взял на прошлом стриме пушку, плазма-пушку, которая разбивает у нас двери с зеленым таким покрытием. В общем, надо мне, по идее, идти вот сюда, но я решил вот здесь еще бежать, посмотреть, что я не взял. Не получилось взять вот эту ракету, не знаю, как это делается. Но и, в принципе, надо вернуться отсюда. Здорово, Тост. Так, возвращаем. Сейчас мы пойдем за костюмом, который позволяет бегать под водой. Это раз. Что еще он? Еще и в холоде можно перемещаться в этом костюме. Ну и по идее все, останется только две способности, по-моему, остается тогда. Давай мы здесь сохранимся. Так, нас тащит, получается, куда? Угу. Опять к Хаваран. Ну ладно. Вообще, по идее, мне в Бурению надо. Ладно, посмотрим. Может быть, там что-то интересное в Хаваране есть. Я, может быть, что-то пропустил. Просто, ну, сколько я посчитал вот тут про себя... По-моему, у меня около 10 или 12 способностей. И их можно где-то как-то применить. С учетом того, что есть еще дополнительные секреты. Оу, май. Это что, битва с боссом опять? Сейчас такая желешка постоянно, я смотрю, летает. И она в кого-то вселилась там. Она в этого вселилась, который мне помогает, типа. Ну, который за лор пояснял, птицы фабрика вот эта вот. Я, говорит, рассчитываю на тебя. О! И она запускает Эми. Он, она, я не знаю. Что-то я думаю. Давненько мы с Эми не бились. Я уже думал, все, с ними типа покончено. Но нет. Они в этих животных вселяются и становятся жестче. Они мутируют. Хорошо, хоть не у этого кита. Эй, ты че, блядь? Вот, у него сразу какие-то плюшечки, много разных прилетело. Так, можно попробовать, кстати, вот эту штуку разбить, а вдруг? Но мне через эту комнату в любом случае. Ладно, до свидания, до свидания, не будем мешать. Здесь какая-то секретка есть. Где-то она тут. Я не знаю. Может быть, вот этот вот растение и есть то секрет? Да? Надо еще, да, вот успеть собрать. Ну-ка, заряжено. Тоже нет. Что же им надо? Не знаю. Вообще без понятия, как их валить. Ладно, давай сохранимся. Замуж рано.
вместе захватили планету. Тут явно замешан Ранов плюс. Его мотивы остаются загадкой. Но ДНК метроида защитит тебя от паразитов X. Ты даже сможешь поглощать их. Возможно, их освобождение не случайно. Типа мне нужно больше поглотить этих паразитов X? Так или иначе. Паразиты X здесь. Они на одну или планету. Они заполонили всю планету. Их нужно уничтожить. Беги к кораблю, Самус. Логично. Нет, не все так просто. Так просто меня к кораблю не пустят. Но вообще цель игры всегда сразу же одна. Ну, как бы она всегда видна. Так, давай попробуем, получается, отсюда, да? Выбраться вот сюда. По-моему, это единственный ход, который мне предлагают. Либо ломануть вот сюда и получится в бурению. Но мне так или иначе, вот, либо вот сюда, либо вот сюда проход. Другого не дано. Ну, ёпа-мать, взял, слился. О, да, все животные стали жестче. А, вот так вот теперь затягивать можно. Ого. Круто, ё. Ну, а пи-пи-пи-пи-пи-пи, опять начинается этот жесть это. Так. Ну вот, либо так, либо так. Она меня заморозила. Слава богу, что я сохранился. Сейчас мы будем превознемогать просто. Причем это падла по очень узкому коридору бегает. Я с ней практически не могу разминуться. Ай, быстрей. Ага. Да, да, получается, мне надо будет шарашить от нее в левую сторону. В правую она не даст пройти просто. Ой, наоборот. Мне надо вправо, но лево она просто не даст. Я не успею пойти вот сюда. Она мне не даст этого сделать. Ну, может быть, здесь и босс есть. Я думаю, что это босс. Где-то в этом районе мы можем эту падлу завалить. А может быть... Все, я как-то удрал. А под водой она может бегать? А, пошла в очко. Бегать она не умеет под водой. Блять, она умеет бегать под свою мать. А! Сука. Да. А чё она сразу там остановилась и стояла, смотрела на меня? Ну не все же Эми раньше. Блять, опять не успею, нихуя. Не все же Эми могут под водой бегать. Я думал, это такая же. Она замораживает, блять, меня в последнюю секунду. Уёбище. Она меня станет и все. Возможно, кстати, если я эту падлу завалю, то мне дадут возможность как раз холод.
ну, как бы костюм от холода. Возможно. Потому что она меня станет. Это, у не... это ее способность. Подожди, а в бурении тогда что за костюм такой? Блять, вот я насумел. Сука. Ну вот как. Че она начинает? Вроде нормально. Дели. Пи-пи-пи-пи-пи-пи, блядь, как они бесят, а? Так, давай вот так. Она теперь сверху меня спалила, все нормально. Вот, есть шанс свалить. Фух, все, оторвался. Слава яйца. У нас тут два прохода. Вверх и вниз. Но нет, отсюда мне не достать просто. Я должен уметь в воде подпрыгивать. Пока вот один, ну это ни о чем, прыжок. Я думаю, что все-таки с ней я должен получить иммунитет к холоду, а потом уже в бурении, ну или там где-нибудь побегав. Тупик. Там где-нибудь побегов и дадут, ну, в бурении точно, там, если затопленная территория, то в этой затопленной территории находится, соответственно, и костюм, который позволяет под... Нихуя себе, струя. В этой затопленной территории есть костюм, который под водой будет позволять бегать, но он находится явно в бурении, потому что у нас бурение затоплено, там прям водяная локация. Тут Эми, прям вот она холодом пышет на тебя и пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи. Бля, тут есть ход. А, нет. Нет, никакого хода. Подожди. Пошлангуем. О, я даже могу шариком закатиться куда-то там. Все, я насъебался. Она же жирная, как бы, она не в такие маленькие проходы не пролезает. Да, давай, инвиз, на твою мать. Почему он не сработал второй раз? Я не могу при ней, что ли, прятаться? Пиздец. Вот эти вот какие-то условности непонятные. Почему вот он сейчас в инвиз не ушел? Ига. Серьезно, блядь. Да ну, она тебя палит и все, и тебе... Тебе без вариантов. Она тебя пи-пи-пи и все нахуй. Ты покойник, хоть тут забегайся от нее, она тебя быстрее всегда. Сука квашеная. Где она? О, я вырвался. Ну, она сейчас может второй раз долбануть запросто. Ты еще при этом трошки здоровья теряешь? Ну, ладно. Да, ёп.
Все, потыкали. Она вроде внизу. Главное... Да, блядь. Я уж нашумел тем, то, что я просто упал. Серьезно. А, блядь, ну какие проходы? Быстрее. Быстрее. О, фух, оторвался. Жабана, это жабана. Я не знаю, я, наверное, если вниз упаду, то все. Угу. Ну, меня тащат к этому глазу, короче. Я глаз валю, потом убиваю эту пи-пи-пи, короче. Ну-ка, давай подрываем тут. От души душевной, душу за душу до слез. Нет. Отсюда. Это обратно, к ней. Подожди. Угу. Все верно. Я отсюда точно не смогу никак при любом раскладе допрыгнуть. Это вот единственный путь. Теперь он делится на трое. Ну вот первая дорога. Блять, опять? Ах ты, тварь. Просто по миллиметру тебе дают локацию посмотреть. Я что, не ту дверь дернул, или она просто была рядом? Давай побольше карты сделаем. А, нихера. Пиздец. Ну это юмонизм какой-то, серьезно. Я просто упал на пол и, ну, даже не выстрелил, не взорвал ничего. Просто приземлился на ноги, все. Она тебя спалила, потому что ты в радиусе ее упал. Сейчас будет то же самое. Главное, выстрел, это гнида не слышит. Так это, блядь. А то опять спалила меня. Проход? Нет, не проход. Это какая-то ебутина вообще. О, я на два шага дальше прошел. Прогресс. По сути же, у меня кроме инвиза ничего нету. Кроме них. Давай тогда его как-то использовать. Я не знаю, ну реально. Шансы невелики и. Короче, я хера знаю. Вот, он видит, ты можешь. Блять, у меня здоровье кончается. Они реально как чужой, кстати, перемещаются, валяные злыши. Они практически патрулируют. Ну как, блять? Как она меня спалила-то, я не понимаю. И вот она ходит, вот просто вот у меня два хода. Два тоннеля, да две двери, короче говоря. И она ходит прямо вот вокруг них. Вот прямо рядом. Мне, блядь, шагу не сделать просто. Вот, я просто приземлился. Блядь. Это пиздец.
Не знаю, вот, вот карта. Вот она стоит, блядь, на месте, трется. Уебала куда-то. Ты угораешь, блядь. Я даже не двигался вообще. Она просто ближе ко мне подошла и ёбнула сразу же мне этот стан. Опа, я ее парировал. Нихера себе. Хер там, нет у меня. Пошла в очко. Первый раз в жизни я эту падлу парировал. Шансом 1%. Такую курва прям вот тут трется. И он не уходит никуда. Ты смотри, а. Назад возвращай. Ну это какое-то нечестное говно, я серьезно. Все, она тебя спалила, потому что у тебя кончилось это дерьмо. Она просто ходит вот, вот в этом вот именно коридоре. Она никуда оттуда не уходит вообще. Тихо, заряжено. Еще, блядь, еще выше. Но быстрее. Я слишком долго целился вот в этот вот маленький квадрат. Я пробовал их парировать. Я их пробовал парировать каждый раз, когда они мне хватают. За редким исключением. Просто я вижу то, что, блядь, ну ситуация пиздец. В 80, наверное, 5% случаев я их пытаюсь парировать. Да, блядь. Она дважды подряд меня заморозила просто и догонала. Максимально ебанутый робот, короче говоря. Где мое здоровье? Сразу же, я просто коснулся ее. Она меня даже не поймала, блядь. Я ее пяткой задел там левой, блин. Вот так-то здоровье, вот оно мое. Плавает. Она прям по этому коридору уходит, который, через который я пытаюсь пробежать. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну пиздец. Когда у меня самус дергается во время вот этой катсцены, когда она тебя ловит, это вот парирование, да? Просто вот я говорю то, что у тебя 1%. Вот с вероятностью 1% я это дерьмо однажды один раз парировал. Она тебя будет пасти... Точно в этом коридоре. Пока у тебя инвиз не закончится. Ну давай попробуем. Блять. Я даже не на потолок не зацепиться. О, я опять ее парировал. Да иди ты, блять. Говно. Она уже опять очухалась. Охуенное парирование. Да иди ты нахер.
пиздец. Ну, второй раз явно тебе не повезет. Тут надо пробежать, получается, следующий экран. И очень точно вот эти вот шляпой выстрелить, чтобы зацепиться. Бля. Сучка. Офигеть. На третьем экране ты должен очень четко вот в этот пиксель, короче, выстрелить, причем прицеливаясь на него, в него практически на бегу. Что могу сказать, спидранеры по этой игре просто безумцы, я не знаю. Это реально пиксель хадит какой-то. Тихо. Я заныкаюсь. Так, я в нычке могу забираться за уступы. Блять. Быстрей. Да, блять, ну серьезно, через дверь. Через дверь она в меня выстрелила. Уебище, блядь. Пошла она. Я два шага не добегаю. Нормально. Натопал. Давай, полный инвиз. Угол не поможет? А второй раз инвиз не работает. Ему надо заряжаться. Хиды так я себе такого порой не позволял. А позволял он себе много. Ну, она к тебе идет, и все. А теперь я приземлился возле нее. Почему у меня этот какого? Почему вот она меня спалила? Точнее, я сейчас вот упал прямо рядом с ней. Нахуй, я поехал, короче. Похер вот качается хп. Вообще до пизды. Она прям тебя пасет, вообще пасет по-лютому. Да, это единственный вариант, как от нее уйти. Жесть просто. Не вниз. О, нихуя себе прилетело мне же. О! Давайте здесь что-то сдохнет. Ну точно. Дай-ка угадай, откуда я побегу. Прям через пи-пи-пи. Нет. Еще 18 хпшек дали. Что это, Nintendo? Мистер Счастливый Случай. Алло. На тема. Пидерсе. Давай мне. Паровозиков тоже. Там мы сейчас с них нафармим, говна разного. Чик. Здорово, Лень. Спасибо. Все, с отпуска приехали. Да, я последний, короче говоря, отряд зеленых мудаков завалим.
тебя нормуль. Так и что они вот предлагают мне делать? Как я сюда запрыгну? Так надо это как-то, наверное, Ленька погудеть. У меня тут сегодня крайняя ночная. И потом... И когда вообще на работу? Так. Еще у нас один проход есть. Опа, я его прямо тут парировал. А, ну вот, пока вы в отпуске, короче говоря, мы это как... Погудим, как теплоход Михаил Песков. Ай, блядь, ну серьезно? Ладно, я вроде... Там в любом... Да, в любом случае я сюда не попаду, тут эти штуки растут. Ну, я понял, мне вот сюда надо. Короче, на днях созвонимся, да, Лен? Будет бенч. Все, сохраняемся. Сейчас это опять начнет. А, нет, хотя Эми тут не шастает, наверное. Меня сейчас тащат к этому, к мозгу. Сейчас мозг я завалю и обратно пойду. Пи-пи-пи это разъебывать. 18-го на работу. Угу. Нормально еще 2 недели. Ебать, Тулюс. Давай, парирование. Парирование не работает на нем? Подожди. А под мудями... Да, я даже под мудями не смогу прокатиться у него. Какой хитрый, молодой человек. Подожди, блядь, так его не... А когда он встает на эти, на дыбы, короче, надо прокатиться. О, да. Блядь, ну да. Минимум хп затратишь, надо скользнуть ему между ног. Увидеть, так сказать, его муди, потереться своей маковкой. Об яичины от этого чудовища. Давай, нападай. Ну давай, чик, вот и все. Пошел ты нахуй, Джонни. А как мне от него, что ли, отталкиваться? Как мне сюда попасть? Это вообще никого не понимает. Ладно, я ему хотя бы в очко прострелю. Ну давай. Эй, мистер, ты не хотите немножко сдохнуть? Он и сразу мне хп просто все. Герой это ништяк. Он мне просто сразу же все отхилил. Но сюда-то как? А, вот, все. Я дотянулся. Причем вот здесь какая-то секретка была. А, ну вот она что. Бля, очень хочется вернуться. Давай, пока я рядом. А, все, меня уже не пустят дальше. Надо было раньше думать. Вот и все. Вот так вот. Вот так вот. Вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ну там и это тоже ломается, тут повторить. Хотя, подожди. А, точно, у меня же еще вот эта штука есть. О, да, они тоже, они все ломаются. Только сюда ты попадешь вот через эти штуки. Местами прям всего не упомнишь, что у тебя есть. Так. Мне эту штуку никак не поджарить. Соответственно, ящик не сдвинуть, дальше не пройти. Ага.
Вот, я у этого Эми возьму способность и потом смогу вот эти вот блоки разбивать. Не знаю, пока это электрическая фишка или нет. Блин, пойдем вниз, наверное. Я так вот позрываю все. Ну это так, да. Чего я не пробовал? Опа, Стёпа. Мегасаль. Мегасала мне дали. Мегасала, выбираю тебя. Позволяет саму спрыгнуть еще раз во время сальто. Выполняя сальто в нужный момент, нажмите Б. Без гравикостюма Самус не сможет набрать дополнительную высоту. После первого прыжка используйте способность под водой. Эй, ну, двойной прыжок, кстати. Стандартная фишка для этой серии. Все, поехали назад. Сейчас просто до одури столько ходов вообще открылось. Через цветок стрельный? Какой цветок? Я уже потерял, о чем ты спрашивал. Я уже 508, наверное, комнат отбежал. А почему он не прыгает? Мне обещали двойной прыжок. Прям в воде. И чё? Никого не понимаю. Вот один есть. Как это работает? Угу. То есть во время снижение траектории я должен нажать еще раз Б, и она сделает как бы вот, ну, как бы такой как волнообразный двойной прыжок. Вот так типа. Они это имеют в виду. Ну, типа того. Что-то как-то коротка кольчушка, не? О! Эпическая сила. Так. Давай, чик. Ну туда. Тут только так. Вот опять эти уроды тут растут. Кстати, ты тостер видел спидран по этой игре? За час 40 она проходит. А, за час 10 она проходит. И все? И никак, ничего. Я тупо назад должен идти. Ну, ладно. Ну, я прикинь, ничего не забыл. Стой. О. И все прячется, блядь. Ну они сейчас будут меня ловить на этих двух под этих. На двух прыжках. Так. Короче, спидран чел. Я посмотрел спидран по ней. Опа, босс. Да,
вторая фаза. Я прочитаю сообщение. Я тут трошки не отвлечься. Мне тут надо доджить, как Иисус просто. Давай. Блядь, не успел. Здорово, Серега. Да, я покойник. Были шансы. Я не успеваю тайминг, сука. Короче, это чел спидранер, он просто ее... Смотришь эту игру, как бы, он там прыг-скок, что-то там хуяк получил, короче, 5 способностей и зачищает просто карту, набирает всякой дичи, хлоп. Тут разбежался со всей дури, запрыгнул там, что-то потом хуяк, все сверкает, сияет. Он там, бля, просто заряженными ударами какие-то бьет. Ну, в общем, дичь какая-то, я не знаю, что он... Вот я смотрю, как я прохожу просто по сравнению со спидраном, он, блядь, не знаю. Это разные вещи. Это разные игры даже, я бы сказал. Давай, дурак. Так я то рано жму, то поздно жму, блядь. Там тайминг примерно у этой падлы. Да и как, в принципе, как у Эми. Эй, мистер, вы не хотите немножко это? О. Вроде получилось. Все, наконец. Это мини-босс. Тут надо четко в тайминг попадать, когда ты его в эту падлу эту парируешь. Так, еще раз пробуем. Что это за прыжок? Ага. Просто, ну, с этим двойным прыжком, кстати, он вообще реально очень классический для серии Metroid, ну, Metroidvania разных. По-моему, в каждой игре Metroidvania дается такой двойной прыжок. Иногда, кстати, еще по классике крылья за спиной персонажа появляются. Так. И я снова прибежал в ту степь, куда я хотел попасть, вот сюда вот. Так, нужно очень быстро это все сделать. А где эта хрень? Понятно. Меня эти пидоры атаковали. Я не виновен. Вот эти вот. Я не смог его парировать. Давай, чпок сюда. Времени, кстати, не очень-то надо. Сейчас понять, куда мне прыгать. По-моему, вот сюда. Вот. Да, серьезно? А мне еще меньше не могли времени дать? Мне очень резко надо взять и выдернуть это дерьмо. А у меня какие-то секунды, короче.
Я, блядь, может быть, что-то не понимаю. Двойным прыжком, короче. Запрыгнуть-то я запрыгиваю. Мне нужно приземлиться на цветок, который исчезает, и резко выдернуть вот этот блок. Но вот эта фишка, она имеет заряд, как бы. То есть ты стреляешь сначала синим лучом в эту залупу, она зацепляется, и тебе нужно примерно секунду хотя бы эту штуку вытягивать. На последнюю данным прыжком, ну двойным прыжком, двойным прыжком ты прыгаешь на последнюю вот эту шляпу, на последний вот этот листик, вот. Еще не забывайте то, что очень четкий платформинг, надо, блять, все в секунду прожимать. Попробую приземлиться двойным прыжком туда. Да, блядь, если бы он срабатывал еще всегда, я бы был так счастлив. Вот, я сейчас на секунду хотя бы подольше задержался, но ее надо очень четко выдернуть. Да, блять, он даже не всегда срабатывает, я вот что хочу сказать. Теперь у меня эта залупа не досталась. Да, Тостер, ты был прав. Блять. Теперь в полете с одной штуки на другую мне надо четко выстрелить вот этот вот в эту дырку и потом туда еще запрыгнуть. Пиздец. А разломать я ее так не могу. А что за подстава, нахуй? Помимо того, что ты блоки, блять, в секунду выдирать должен, ты теперь еще должен ракетой туда заебнуть. Баны. Так. Мне нужно 5 клавиш одновременно прожать. Ну там какие-то доли секунды. А вот кто запомнил то, что надо вот этой шляпой дергать. Там кнопки одинаковые. Мне просто нужно верхний бампер прожимать вместо нижнего. Вот нахуй они туда эту ракету поставили. О, я попал. А теперь знаешь, чем прикол? Сейчас этот блок еще обратно закроется. Стой, нет, он не закроется. Или да. Танк, этот, один из. Ладно, дело того стоило. Но обычно вот такие блоки, они просто обратно возвращаются, закрываются, и как бы все, барсик, ты туда можешь не попасть. Я не знаю, как это говно разбить. А тогда, я думал, что мне прям туда надо.
Куда мне тогда теперь надо? Вот от сих до сих. А, ну вот, отсюда получается, вот с этой платформы. Я должен ёбнуть двойной прыжок, возможно даже от стенки отскочить. Может быть даже три прыжка подряд. И вот сюда вернуться. Наверное так. Больше, как бы, вариантов не особо. Нет, нихуя. А, там же еще одна есть. Пробуем еще раз. Так, отсюда, сюда. Вот, двойной прыжок. Блять. Ну, может быть. Может быть, я достану. А может быть, мне вообще даже не сюда, я не знаю. Блять, ну это говно может еще быстрее сворачиваться. О, я сделал это. Давайте меня ронять, блядь, вниз не будем. Бля, я повешу тут. Хотя толку. Ну и как быть тогда? Она появляется на секунду просто. Один раз запрыгнул, чтобы ёбнулся оттуда хорошенечко. Отлично. Ну, блядь. Я-то, по-моему, в это красное яйцо, что ли, башкой бьюсь, я не врубаюсь. То есть они специально выбоину сделали в стенке, чтобы ты еще больше помудился. Да. Ну, туда точно нет. Может, мне правда не сюда. Надежда же есть. Не пизда. Может, мне действительно не надо страдать? А там пройти-то некуда. Проверяем. Да. Везде тупиковые коридоры. Надо здесь поебаться, короче говоря. И в идеале запрыгнуть вот сюда, на эту площадку. Но. Отсюда, возможно... Я не смогу запрыгнуть, потому что... А, там же этот есть. Здесь же вот эта вот залупа. Понятно. Снова все здесь, короче. Короче, жестко залип, походу, на этой хуйне. Ай, бля. Хотя, по сути-то, блядь, это прыжок вообще элементарный, по идее. Тут все, блядь, в тайминг упирается. Сюда скачешь, вот сюда. Потом с двойным прыжком вот так. Тут надо от стенки оттолкнуться, но он, блядь, не отталкивается от нее. Она. Mm-hmm.
Да ёпта мать. Ну что ж. Что ж ты за падла-то такая? А он хуяк и свернулся потом. Ну получилось же один раз, ну что за хрень вообще, как я упал, блядь? Я что-то не врубаюсь. Что за хрень происходит? Вот. Да, попробуем. Она не делает этого, почему? Она прыгает один раз, иногда два. Ну вот теперь, блядь, два. Но не точный полет был. Тука. Это ёблая мразь. Она иногда делает этот прыжок в самом конце, когда он уже типа не хвалит. Она не отталкивается от стенки. Подожди, а вдруг вот так вот можно? Ну типа, чтобы голову не ебать. Нет, нихуя. Она тогда вообще какую-то дичь творит. Блять. Вот просто приземлившись на гриб, сделать двойной прыжок. Попробуем. Я попробую. Вот. Она просто мне повезло, что я оттолкнулся от стены. Теперь то же самое надо сделать. Блять, ну... Да не вниз, ну нахуя? Сука. Это перекур.
выдохнул. Выдохнули, прыгнуть нужно дважды. Иногда она какие-то удивительные вещи творит. Вот, вот так вот она оттуда не может, блядь, запрыгнуть. Вот, все. Не дышать главное вообще. Не двигаться. Тихо, 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 тихо. Ну, блядь. Они тебя сталкивают ударами. Так не убьешь и пиздец. Либо бьешься башкой в нее. Почему она, блядь, не делает? Всегда, всегда двойной прыжок. Это реально бесит. Блять, ты еще сюда не запрыгни. Тучка. Ты издеваешься. Так, разгон мне явно не поможет. Сначала вправо. В полете повернуть влево последнего гриба. Я не совсем понял, что ты хотел сказать. Ну давай, где этот гриб-то ебучий? Блять, она просто, ты когда в полете, она влево летит чаще, чем вправо. Ты этот прыжок никак не контролируешь. Банство нахуй. Вообще пиздец. Да блять, ну почему не срабатывает-то, я не понимаю. Она хуяк просто прыгает. Она прыгает просто не всегда. Вот в чем дело. Вот я сейчас 4 раза в полете прожал. Раз на 5, по-моему, сработало это говно. Вот я прыгаю. Нихуя. Вот сейчас просто я спамлю по кнопке. И вот только на 4-5 раз. Не каждый раз это говно срабатывает. Так, подожди.
Сейчас я перезагружу эмуль. Может быть, у меня геймпад не как Switch Pro контроллер, блядь, подключен. Вдруг. Я не знаю. Может быть, поэтому отклик хреновый. Ну это дичь какая-то вообще. На одной комнате, блядь, застрять просто. На 20 минут. Такого не должно быть. Угу. Есть контакт. Он у меня почему-то был подключен в начале стрима, как Apple, короче, контроллер. Ну, для, видимо, для маков и так далее. Может быть, это что-то изменит, я не знаю. Попытка, как говорится, не пытка. Может быть, сейчас будет лучше отклик. Хуй его знает. Все проверим. Давай. Давай за лупой сейчас тебя парировать буду. Ну где ты там? Нет, то же самое. Серьезно, она сворачивается только когда ты рядом уже? Надо пройти вправо до конца и прыгнуть. С этого листа, что ли, или что? Я не понимаю просто, что ты мне объясняешь. Как-то же получалось два раза. Она не отталкивается от стены именно почему-то. Она возле стены дергается на второй прыжок почему-то. Ты такая шляпа, допустим. Теперь не срабатывает. Вот как. Заебали они сворачиваться, вот честно. Мне от стены, от воздуха надо отталкиваться. Это не всегда получается, вот в чем проблема. И она, блядь, прыгает по дуге. Она не прыгает четко вверх, она прыгает вот так. По дуге она прыгает.
Это пиздец просто, пиздец. Может, здесь какой-то проход есть? Блять, ну мне тогда тут не пройти. Какая-то залупа нереальная просто. Вообще нереальная какая-то дичь. Прыгать до конца. Так а влево-то там не получается. Блин, я может правда что-то не понимаю. А что-то я не вижу, блядь, охуенно. Стой. Никак, да, его не зацепить. Хуй. Чё тут? О, мы тут всё вместе. Назад вернуть. Да, блядь. Тут надо то же самое, по идее, сделать. Я же завалил этого уёбка. Ладно, все равно всех парировать надо. Блять, это самая ёбнутая комната, наверное, в этой игре. Она прыгает все равно, блять, по диагонали, по траектории другой, блять, по дуге она прыгает, нахуй. Она не может четко вверх прыгнуть. Сучка ебучая. А тут они растения наебенили, ты, блять, об них башкой бьешься и все, блядь, летишь вниз просто.
Да, в инвизии я прыгать не могу нормально. Попробуем вот через так прыгать. Вот отсюда прям. Нет, нихуя он не отталкивается почему-то. Почему-то она не отталкивается от того участка. Хуяк все попрятались, блядь, да и все. Как я тогда? Я вот просто, блин, я не заметил, как я запрыгнул. Надо в воздухе, получается, второй раз прыгнуть. Но надо учитывать дугу полета эту как-то, блядь. Так, ладно, от стены не отталкиваемся. Как тогда еще можно запрыгнуть? Вот примерно, но тут надо четко, чтобы она в полете толкнулась с воздуха, ну, блядь. Что за хуйня, блядь? Как это бесит? Даже реально пальцы болят. Я не врубаюсь, как этот прыжок делать, ебанутый. Она просто скачет возле него и все. Так, вот я, допустим, там выхожу. Вот так надо сделать. Я понимаю. Но он почему-то не выходит именно наверху. То ли упирается на вас что-то, блядь. То ли еще, я не понимаю. Какая-то хуйня. Там зацепиться-то не за что, да, не за что. Очень узкое пространство. Она бьется башкой и возвращается обратно.
Сука, иди, да больше некуда. Это пиздос. Наконец-то. Тихо, 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 не суетись. Тебе надо то же самое сделать, только там, выше. Тихо. Бля. Тихо. Ну, блядь, да нет. Почему, блядь, она не прыгает второй раз? Ну вот что это за хуйня? Теперь она наверху не хочет этого делать. И у меня еще меньше для маневра ходов. Ух. Ёбаный ты почиши, наконец. Тут может что-то есть. Да, блять, блять, это пиздец. Ну вот как нахуй? Как я самый низ-то ёбнулся, блять. Я там, потому что, наверное, за эту запнулся, о чем я и говорил. Пули они все появляются заново, я не понял. Тихо. Блять, это пизда какая-то, нахуй. Просто, блять, пиздец. Просто пиздец. Это какая-то ёбнутая комната. Сука, как это бесит, блядь. Реально Хидетака так не ебал, нахуй. Так. Подожди. Хуй там. Блять, блять. Я теперь с другой стороны вообще оказался. Твою мать. Вот об это говно я бьюсь башкой. Надо четко, короче, делать дорж. Вот это вот шляпа. Пиздец.
Да блять, она не допрыгивает, и все тут нахуй. На одной комнате сраной. Я уже, блядь, сижу минут 40, по-моему. Да, 40 минут. Тут получается еще как-то додж надо этот делать из-под выпадверта. Да. Ну, блядь. Есть. Пиздец, это просто то самое уебанское, что могло быть вообще в этой комнате. В этой игре, точнее, я охуел, вот реально. Это, блядь, невероятное какое-то говно. Теперь пи-пи-пи, блядь. Все нормально. Теперь это говно тебя будет долючить просто. Ой, блядь. Надо было, наверное, не сидеть. Надо было ебашить вперед. Опыт. Идем. Ну есть же второй прыжок. Я спалился, но я попробую. Тихо, блядь, я сдох. Ну это вот понеслась ебанутая сложность Nintendo. Когда у тебя просто... Да, понятно, что это платформинг, но... Он настолько выдроченный просто. Вот это говно нинтендовское пошло, когда, короче, вся сложность игры возрастает в миллиарды раз просто на ровном месте. Где-то так, да? Так, ну все, я назад пошел. Слава яйцам, блядь, я выбрался с этой залупы. Теперь здесь закрепляем. Опа, Степа, зацепился. Ну нахуй ты мне, блядь. Вот нахуй он там нужен. О! Куда мушки, бля, твою же мать. Давай, говно, иди сюда, вот он реально бесит. Попаду, не? Вряд ли, его там нету. Во-во-во, давай, прыгай на меня. Ах ты уёбище, блядь. Я он не подох. А нет, подох. Фух. Так, хода два. Два.
Давай, мега палец. Вау! Готов. Я бы мэми уничтожать. Но убиваются они все одинаковые. Главное просто понять, в каком квадрате, в каком месте карты, коридора, комнаты. Неважно, короче. Главное четко понять, где в него мочить. Помнить бы, как это делается. О. А он сзади нахуй, хуяк. Надо арену искать. Походу ему муль повис. Шикардос вообще. Да, эмуль повис. Прикинь, если надо это какого. Опять поскакать там, допустим, с этого. Ну, заново все это говно пройти. Все эти боли, страдания просто. Должно быть сохранение после глаза, по-любому. Восемь часов наиграно, ну 8 часов 50 минут, не учитывают время, если ты проигрываешь. Может быть, я, наверное, то, что еще не выспался, ни хрена. Четвертая ночная подряд, надо думать, блин. Я сплю по 4 часа. Поэтому, наверное, и нервы сдают раньше всех, но. Блять. Уебаны сраные, блять. Вот я что могу сказать. Это сраные уебаны просто. Вот. Вот нахуй он повис, этот эмулятор ебучий. Сука, а ну... Эмулятор заглючил. Эмулятор заглючил ровно в том месте, блядь, где самая жоподёрка просто. Ну, так, блядь, на не туда. Он повернулась, блядь, и ебанула туда. В другую сторону, просто противоположную. Случайно должна получиться. И горочку, блять, они специально тут сделали. Ебаные уроды нахуй.
теперь на горке минут 20 повисим. Нормально будет. Тихо. Да. Я прошел этот ад дважды. Из инвиза выйду. Пошел нахуй. Где этот уёбок? Давайте здесь проверим, что есть. А здесь, скорее всего, арена с ней подходящая. А нет, тоже сам. Вот туда ее надо тащить. Куда-то по прямой. Я буду уклоняться, пошли на. Не падло. У меня палец устал. Да я понял нахуй, что ими заебали. Это получено, а нет, блядь, не вижу. По идее, здесь должно сработать сохранение. Так, ну чё, где моя великая пипипи? Иди сюда. Не здесь она, походу, мочится. Вот. Теперь мульт запомнил. Ну, точнее, консоль запомнила то, что я этой мрази проебал тут. Что, мы вылезать-то будем?
Да, юблишка-то твоя, лопни, не? Не, ее по-хитрому надо лупить. Ей нужно пол ебальника там снести, а потом перепрыгнуть ее и снести пол ебальника в другом месте. Давай, где это дерево? Поворачиваемся. А, она почти отпилилась сразу. Ну-ка, вот так. Да вот подходящее место. Ты не пригибайся, на. Надо ее сюда подтащить. В принципе, хорошее расстояние вот там вот. Как только ты выходишь с комнаты. Не успеем. Да, какую бы точку-то выбрать? Неудобно она подходит. Бля, не все. Лезет она всегда сверху. Хорошо. Угу. Тут не подходящее. Вот надо вот тут. Главное попадать все время. Она, блядь, хуяк и пригибается. Хуяк и пригибается. Не успеваешь. Да, все, она отхиливается. Все время надо попадать. Без остановки прям. Блять. Понятно, в какой точке ее лопить. Теперь надо, блин. Нихуя, чуть-чуть времени не хватает. Явно не тут. Чуть-чуть времени не хватает. Еще надо, блядь, попадать в нее все время. Самое оптимальное это вот здесь. Прям вот на этой точке в нее стрелять.
равно долго не жевал. Давай, 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 давай. Блять, чуть-чуть времени не хватает. А точно негде больше, да, лупить-то его? Ну-ка, вот тут. Нет. Нет, нет, не вариант. Ну-ка, давай так. Давай, 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 ну чуть-чуть же, блин. Да все, у нее ебло остывает и все на. Чуть-чуть не хватает времени. Жалко, ее в эту комнату не нужно загнать. А вот чё не поверх? Даже у тебя ебало-то треснет, а? Надо, получается... Вот не зря там эта буква Г такая штука расположена. Нет, не получится. Надо определенное количество снести, добежать до вот этого вот упора, который буквой Г, развернуться и резко начинать продолжать ее долбить. Только в этом варианте можно будет замочить. Потом еще с лучом надо определиться. Блять, она ждела, повисла. Она на крае повисла и все. Зацепилась. Ну нахуй ты цепляешься то туда, ну блять. Все равно времени не хватает.
О, я ее парировал случайно. А все. Ах, не ту сторону. Я не туда развернулся. Ну, реально, как терминатор за тобой ползет. И все, и ебаник у меня сейчас застынет. Потому что ты цепляешься за этот уступ. Ну вот немного же остается. Секунды какие-то остаются. Бля, вариантов больше нет. Вот только вот эта площадка. Надолго слишком ползает. Но прям прогресс лютый, то что я сегодня 3 раза этих сволочей парировал. Удивительно вообще. С учетом то, что у тебя 1% на парирование шанс. Кстати, я могу ли я, блядь. Могу ли я ее приседи стрелять? Хотя какая разница? Ну-ка. Да, нет. Там уж обратно встает. Она на ноги только. Только стоя твердо на ногах может это делать. Уже не получится. Ячины тебе, падла. И все. Вот этот кубик очень сильно мешает. Если бы его не было, я бы завалил бы ее с первого раза. Геймдизайн. Сколько же ее мочить надо в рожу, а?
По идее, потом сюда надо упереться и дальше добивать. Вот надо настолько все четко сделать, просто в секунды. Еще надо, чтобы ты не повис вот здесь. И все. Можно, можно. Ну давай ты хлопайся. Блять, ну вроде все правильно же сделал. Почему так? Не знаю, почему-то не получилось. Вроде все верно сделал. Может быть какие-то, блин, миллисекунды просто. Я уже не говорю о секундах, потому что это непозволительная роскошь для этой игры. Местами. Ну все, у него рожа открывает, потому что ты зацепляешься за этот... пусту. Пока это самый сложный эми, который был. Чисто вот из-за локации. Это комната. Так-то он одинаковый. Но... все равно нет. Там такое ощущение, что оно прям в последний момент у него рожа должна треснуть. Блин. Но уже много времени потерял.
много смысла. Мне почему-то кажется, то, что она вот прям, когда у тебя камера поворачивается и показывает стенку и кусок Самус, то, что стреляет она. Такое ощущение, что прям последнюю секунду она должна у нее рожа разлететься. Но почему-то ничего не происходит. Может быть, просто я не попадаю пару секунд каких-то. Может быть, но и не точно. Чем тебе не Dark Souls, да? Чем тебе не Hollow Knight? Это очень непростая игра. По крайней мере, вот вторая половина ее. Ну зачем? Зачем ты, блядь, повис? Дубль 2. Получается, все равно. Ну, задумка вроде неплохая. Надо просто вот вообще все, чтобы ничего лишнего, в пули мимо нее не пролетали все. И надо это сделать, как раз добежать до угла вот этого буквы Г. И продолжать на нее палить. Нет. Нет, нет. Два варианта. Либо я ее задеваю, вот тут надо вот упереться и дальше мочить. Я либо ее задеваю, либо цепляюсь за уступ. Ну, все, не получилось. Дубль 2. Но ты чуть же не хватает, я вижу.
даже упереться вот в этот вот уступ и сделать все четко. У нее еще половина вот этих ушей, которые открываются, они тоже не успевает она. Даже при таком раскладе. Вот как-то рядом, но почти. Короче, план верный. Только его надо до идеала просто отточить. Ага. А вот и не получилось. Сейчас я ее перепрыгнул и не зацепился за уступ. Повернулся не вовремя. Она еще почему-то на стенку полезла. Блин, а как же быть тогда? Здесь расстояния не хватит. Да ну вообще не вариант. Надо делать, как делал, но потом-то как дальше быть? Упираться вот в эту вот часть? Ну тогда у тебя еще меньше времени. Сюда становиться, ты ее не видишь тогда. Половинка. У нее еще вот эти вот ухи, которые у нее торчат, 4 штуки, они у нее еще остаются почти не заполнен. И она уже доходит до тебя. Странно. Думал, заряженным может попробовать. Да нет, нет, не заряженным. Ее надо убивать так же, как и всех. Сначала рожу ей до красна раскалить, а потом только выстрелить. Другого не дано. Наверх она лезть не хочет. Да я бы и по этой траектории немного бы попал по ней. По ней. Вот максимум я и могу только рожу разогнать. Но ухи-то остаются. Ухи, ухи. Все, она остывает пока туда, туды, сюды.
даже не знаю, как ее задержать-то адекватно. Ну никак ты ее не задержишь. Она просто прет как танк. И все. Обратно ты не можешь. Ты не можешь через нее второй раз перепрыгнуть. Тебе мешает потолок. Вроде, блядь, все четко движение делают. Ну, нет, все, не попал. Помимо того, что все тут на миллисекунды какие-то идут, как бы надо еще четко же стрелять. Причем нашмалять ей надо в рожу, перепрыгнуть ее, не зацепившись автоматически за уступ. Ну я в шарику, допустим, превратился, просто так. Просто, блядь, решила сам. Сучка. Надо четко потом упереться туда. Сначала здесь. Да, ну не, я в шарик уже превратился, уже не вариант. Тащим ее обратно. Ну нахрена ты, блядь, в шарик-то превращаешься прям в полете. Вот иногда это она делает такие вещи, которые, блядь, вот вообще не нужны сейчас. В данный момент. Потому что у тебя очень дохера механик игры завязана, блядь, на одну кнопку. Заебал я вспышку. Вот, просрано было какие-то миллисекунды. Я в Dark Souls некоторых боссов в Bloodborne столько не траил, как эту падлу. Блять, я опять не... Я уперся точнее в козырек, который находится у тебя над башкой, когда ты стреляешь. Вот этот вот. Вот ты прям туда упираешься. Вот в этот. Да, блядь. Вот сюда вот. Вот в этот козырек. И тебе, по сути, надо перепрыгнуть четко в тот момент вот по этой траектории. И упереться сюда, вот в эту стенку. Повернуться назад и начинать ей продолжать шмалять. Косячь. Да, блядь. Ну это пиздец так сложно сделать.
просто прям хуячишь ее до талого. Максимально подпуская к себе. Ну все. Ты, блядь, башкой бьешься. Короче, три варианта. Ну, четыре получается. Либо ударишься затылком, этот как он, который вот возле тебя, этот бордюр. Ну, козырек, короче, который у тебя сзади. Либо ты перепрыгнешь, либо ты зацепишься за уступ, который будет впереди. Либо ты не зацепишься, но превратишься в падение в шарик. Пиздец, ну это рандом получается, что ли, какой-то. Тебе как повезет, нахуй. Слишком дохуя должно звезд совпасть в течение 2 секунд, я не знаю. Сука, рандом, а то, что ты будешь четко стрелять ей в рожу. Вообще беспрерывно. Ну вот, блядь. Передержал. Вот еще один вариант. Ты немного передерживаешь, короче, выстрел ей в лицо. Ну, если это можно лицом назвать. И она слишком близко к тебе подходит. И тогда в полете ты ее ногой как чем-то еще заденешь, короче. Теперь вроде сделал-то все неплохо. Но я взял просто, блядь, и зацепился случайно за уступ. Сейчас прочитаю сообщение. Опять за уступ. Просто ебать как должны все эти, блядь, прыжки быть выверены. Ну, вот это бесполезная вообще херня. Опять золото. Сейчас, подожди. Прочитаю. Хотя ладно, что там? Там в подсказке сейчас написано было, чтобы ты в ядро на башке шмальнул максимально заряженным выстрелом. А чтобы раскрыть это ядро, я должен сначала вот быстрыми выстрелами раскалить ей рожу, и у нее раскроется башка. И когда вот эта башка раскроется, загорится белого цвета такой прожектор. Вот. И тогда в него надо ёбнуть еще дополнительно заряженным лучом. Да пизда. Но дело-то в том, что я уже это проделывал. Это не просто, но сделать можно, как бы. Но тут больше мешает как раз вот этот вот, как локация построена. Посраный кубик и вот этот вот стул. Только в редких случаях, блядь. Там если какой-то миллиметраж есть, ну как бы. Какой-то пикселек, короче, который, блядь, позволит тебе четко перепрыгнуть мимо нее и не зацепиться за уступ вот так. Но если ты в этот пиксель не попал, то ты затылком ударишься об, ну, бордюр, который сейчас надо мной. Снова за уступ. Просрал я секунды, потому что автоматически она повернулась к стене.
Ну, вот. Теперь я за нее просто зацепился. Нет, водить нельзя прицелом, ты просто лупишь ей в середину, и она от центра же расширяется. И вот эти вот лепестки, которые на башке, середину-то ты успеваешь как бы расстрелять, пока она идет справа налево. Ну, получается так, справа налево до тебя. И тут нужно, короче говоря, четко прыгнуть, повернуться резко и начать продолжать. И в нее шмалять, чтобы как раз добить вот эти вот лепестки. Но там надо учитывать вот эти прыжки, которые у тебя рандомно получаются практически. Это какая-то жопа вообще. То до этого я 40 минут, блядь, не мог на платформу запрыгнуть. Что теперь с этим говном, ебись? Вот надо вот стреляешь, короче, вот так, потом резко вот здесь, ну, перепрыгнул, короче говоря, добежать, упереться в угол и стрелять в нее дальше. Но, блядь, тут же еще она идет, ее надо перепрыгнуть как раз, когда она находится в определенном расстоянии. Тут либо шаги считать. Либо просто на ебучий случай надеяться. Ты можешь только вверх, а не траекторию менять. Выстрела пульта. За уступ. Заебись. То, что нахуй надо. Теперь слишком близко она подошла. Я в полете ударился, по-моему, в козырек, насколько я заметил. И просто в полете я упал ногой на нее. А если ты там... Ну, там у нее хитбокс тоже свой, довольно-таки хитро сделанный. Чуть задеваешь ее, все пизда. Четко врыло, не теряя ни секунды. Прям за ней, следи с лучом. Потоком, блядь, патронов своих. Вот. У меня получилось. На 50-й раз. На второй раз. Нет, нихуя вообще. У нее даже ухи не начали эти гореть. Какая-то дичь вообще. Так, давай, последний раз я попробую и пойдем. Пойду перекурим. Ну жопа какая-то вообще. У меня не только мозг взрывается. Просто я не знаю, у меня псих какой-то берет. Это не я. Определенно нервный. Ни хера не получается. Я знаю, это, блядь, общая утомляемость. Это надо выставить. Уступ. О, не получится, я в шарик потом вот превратил. Помазал. Вот чуть-чуть. Бля, как что добыть-то? Да у нее же, по-моему, когда рожа лопается, она же вроде продолжает идти на тебя.
А я там в тупике стою. Надо четко ее долбить в красное, это очко. Другого не дано. Сейчас ты как бы виснешь и все. Явно не успеешь. Еще говно, блядь, двигается вверх и... Ну мочить эту падлу надо только на этом пятаке. Ох ты. Теперь я в полете в шар превратил. Давай перекор. Она бесит. Я подойду.
Ай, блядь, сколько раз я не попал у нее. Почти. Что сделаем? Ну давай, прыгай. Замудил. Я на потолок надо загонять. И стрелять точно. Так, тут она идет на тебя снизу, да? Давай подальше. Ну. Короче, тактика ясна, но только надо четко запрыгнуть. Как же запрыгнул-то туда чётенько так? О, почти получилось. Надо тот самый заветный прыжок сделать. Но... Это очень сложный момент. Реально сложно. Да, она поперлась. Блин, мне бы там оказаться. Дороги. Ну и все, и ты, блядь, ты в стенку упираешься и просто долбишься в нее башку до последнего. Сука. Пошла нахуй. Даже разогнаться не дают адекватно. Так-то можно было бы заряженным туда вверх прыгнуть. Блин, как это я один раз только сюда запрыгну? Не получилось же. Ну,
Ну и все, и пиздец. Твою ж мать, а? Ну как быть-то? Либо двинутый прыжок. Блять, ну ладно. Сюда же я не смогу забраться. Сейчас подожди. Вот тут у нас есть такая вещь. Бля, мне попасть очень сложно. Давай, ебло-то свое ломай. Короче, я еще проще вариант нашел. Да у тебя ограниченное время, у тебя нет возможности прям все-все-все заметить. Ай, блядь, я промахнулся. Ладно, второй круг. Наконец. Так, теперь она гораздо быстрее. А, делаем то же самое, по идее. Ладно, ждем. Она сейчас через верх должна вылиться. Готово. О, сколько она крови у тебя попила. 40 минут где-то с ней сидел, если не больше просто. Потом допер то, что до нее надо на потолке в нее стрелять. А потом еще другую штуку. Ледяная ракета. Ледяная ракета? Как это работает? Ну, кстати, классическая тоже фигня, когда ты замораживать можешь мобов. Не знаю, я бы не сказал, что это прям очень полезно. Но это по-любому пригодится, обязательно пригодится. Но главное, я справился. Ты какой, а? Кстати, а вот теперь у нас вот эти штуки будут замораживаться, да? Теперь у меня еще больше ходов. Не считая того, то, что там в один катарис можно сходить. В этой игре просто жить можно. О, твою мать! Фух. Я уж думал, я опять в этот трэш попал. Ну и вон. Здесь я скачусь, да? Но тут не вариант. Идем наверх.
Стоять, Зорька. Давай попробуем. Может быть, с другой стороны эту ракету можно взять? Да, с другой стороны. Босс снова. А нет, слушай, это какая-то способность, это не босс. Мне только что ледяную ракету дали. Импульсный локатор. И что он делает? Ага, позволяющий Самус при помощи особой звуковой волны сканировать окружающее пространство. При полном запасе иона нажмите и удерживайте треугольник. Старт, что ли? Чтобы активировать способность, пользуйте. Ладно. Нет. Подожди. Что вот это значит? Какой-то треугольник, ну блин. Все понятно. То, что у меня на мини-карту. Вот. Все, я научился это делать. Сюда что ли? Подожди, как выбраться? Угу. Два блока. Типа можно еще можно вверх идти, можно вниз. Давай ракету возьмем. Где? А. Тогда стой. Подожди, а как ракету взять? Угу. Я понял. Ну, теперь можно много секретов открыть. Так-то. Проверяем тут. Теперь прям можно каждый пиксель исследовать. Угу, тут секретка какая-то. Ладно, мне все равно вниз. Хм.
Ну вот и возвращаешься назад. Ну вот эти блоки бьются. Да, кто бы мог подумать. Но бьются они не так. Не так, как я думал. Так, куда же тогда они меня ведут постоянно? А, вот сюда они меня тащат. Я понял. Но потом еще сюда дальше можно пойти. Я здесь буду явно не последний раз. Да, главная дилемма этого уровня, наверное. И сейчас мы перемещаемся куда? По идее, мне бы в бурению надо. Но они прям хотят, чтобы я в Ферению пошел. Бурение, Ферение. Без разницы. Не, ну главное, что способности собираются. Главное, что они есть. И тут только тупо внимательность. Контроль, так сказать. Платформинг. Ну и вспоминать, чем ты обладаешь-то все-таки. Потому что что-то там удерживаешь, что-то нет. Ну, по-разному. Кнопок-то не на как, не как на клавиатуре, поэтому здесь что-то не было, что ли? Тут сейчас босс будет. Вот, и сразу видно все, где что тут можно сделать. Ужас. А тут типа надо быстро прокатиться, что ли? Стоять. Быстрей. Надо, чтобы они все вместе появились. Вот. Не получается. Да не знаю. Стой, у нас еще вот здесь красная такая штучка. Нет, игра прям хочет, чтобы я ее снизу прострелил. Да, что такое быстро? А, ну да, в нем же эта жижа сидит. Так, ладно, проверяем. Вопрос отпал сразу же. А что это он оккупировал вот этот проход? Ну ладно. Они даже так, оказывается, умеют делать. Стой. Проверяем. Как тогда эти блоки разбить? Тут надо что, прям снизу, что ли, на шариках подпрыгивать? Да.
ну. Эджи. Это очень четко надо делать. То есть это вообще на шариках надо делать. Похоже, что это место Фейни раньше было святилищем. Здесь маугины проводили свои церемонии и ритуалы. Теперь от него остались одни руины. Похоже, оно было уничтожено в катастрофе, вызванной появлением паразитов Икс. Это соответствует тому, о чем поведал молчаливый Талар. В итоге оно стало гнездом паразитов Икс. Я также обнаружил здесь необычайно мощного представителя их вида. Не забудь о том, что Эми в этой области мог видеть сквозь твердую материю и отдышать с помощью электрического заряда. Не забудь о том, что Эми в этой области мог видеть сквозь твердую материю и оглушать с помощью электрического заряда. Но у меня только есть морозные ракеты, а не электрический заряд. Мои датчики показывают, что этот Эми снова активирован. Можно предположить, что за этим тоже стоит Ранов Плюс. Используя автонимиус, будь осторожна, Самус. Короче, говорит, прячься лучше. Больше стелса, будет проще. Ладно. Куда мне? Наверх? Вниз? А, давай наверх. Кто, разбойник? Ага, вот ты какой. Парироваться-то будем? Уже. Поздно. Блоки посмотреть. А наверное ничего тут нету. Тупо вверх или тупо вниз. Блин, да товарищ жесткий. Ну мы сейчас с помощью его покилим. Что-то тут много. Этот электрический. Я уже заморозил. Прикольно. Так. Ага. Подов не очень много. Знать бы, куда идти. Да не один, так второй. Тут Эми. Еще один. Два подряд. Вы реально издеваетесь.
полностью всю локацию сейчас заново бежать. Жопа какая-то. А нет. Но жизни мало все равно. Бля, реально на одного моба одно касание и все. Мне очень много сносит. Но я, кстати, знаю, где похилиться. Надо попасть в момент. Вот. Что, ну только один летал? Ну вот. Так, мне выше, наверное. Да. Вот оно, где этот глаз аж находится. Ну, те комнаты тоже надо оббежать. Блядь. Слишком много врагов на тебя нападает одновременно, надо с ними как-то, блин, разбираться. Таким образом мы сейчас полечимся хотя бы. Те комнаты тоже надо открывать. Давай это для начала. Угу, неплохо. Я понял, как эти мобы работают. Угу, и все, тупик. Я понял, давай проверим блоки. Так, еще надо подъем самый верхний проверить, вот этот. Он, скорее всего, тоже тупиковый. Чудесный бывает. Сейчас этот зал буду снова и снова и снова проходить. Пока вот с каждой смертью с каждой смертью, пока у меня не будет появляться жизнь. Убил? Убил. Так, ладно, давай сначала карту открою. Хотя нужно ли это? Все, я просто сюда забегаю и все. Как сейчас? Только сбоку.
Я понял. Тихо, парировать. Да падла, да? Она немного сносит очень. Бля, ну старина, давай. У меня нет резона к тебе подходить так близко. У меня реально один удар. Или бежать заново. Все, я понял. Так, теперь стой не туда. Вот, это с помощью его полечит. Пусть немного, но все же. Так, у меня тут два тупика. Так, а идти надо вниз, вот сюда. Через весь этот крышак просто. А, выпал меня. Мне напомнили про то, что типа давай-ка в Invisible. Вот он прям трется. Пошла. Ай, жизни нету. Побежали, побежали. О, какое удовольствие бежать от него в замедленном темпе. Куда меня загрузит? А вот если бы я был в бурении... Кто там как-то прошел, ну ладно. Где же дверь-то тут? Нет. Да отвали. Нет у меня тут. Я вроде ушла. Я вижу радиус ее поиска. Оп, опять инвиз. Фух. Я скрылся просто. Как ниндзя от нее. Ладно, я понял, тут брать нечего, только наверх идти. Вот. Ага, сохранение. У меня сейчас будут все выше и выше вести к этому глазу.
Я пока даже не понял, в чем особенность этого фиолетового Эми, но то, что, блин, их дают просто две подряд, это, конечно... Это, конечно, такое себе. Хотя, может быть, мне придется вернуться сюда потом, не сейчас. Такое уже было, то, что ты пробегаешь просто мимо. Я понял. Это за взрыв такой был. Так, с этой стороны будет поудобнее сюда запрыгивать. Слушай, ну дверь-то тут одна, но я не вижу смысла туда возвращаться вообще. Да, тут даже и сломать-то нечего. Ах ты, падла! Эй! Она меня что, через стенку, через потолок, что ли, пробила? Там, я не знаю. Просто через поле все атакуют. Атакуют, походу, они теперь. Не знаю. Но туда мне явно не надо идти. Ни к чему. Я просто вот так зайду. Все, я вышел. Эми, пускай там тусуется себе. Мне надо вот в эту дверь. Сейчас мы здоровье хоть пополним, бля. Понятно. Эта штука очень дико сносит. Превращается во всякую беспредельную вещицу. Но это хотя бы просто четко на двери висит и все. Нормально. Что-то мне кажется, мне за этого Эми или за босса должны дать вот, ну, скорее всего, за Эми. Вот такие двери возможность открывать. Потому что меня эта Эми долбанула ракетой. Я аж прикурил. Со всей силы. Что такое? Опять сохранение. Так, подожди, это что, тупиковое? Да. Странно, но это тупик. Обратно к Эми идти. Проверяем. Вдруг я что-то упустил. Да нет. Ладно, я хотя бы сохранился. Значит, куда-то они хотят, чтобы я дальше шел. О-о-о! А у крошки-то еще. У меня какие-то там фиолетовые шары с нее летят или что-то такое. Забавно. Скорее всего, она энергетическая какая-то. Возможно. Но это не так. Тут же она тебя палит. Да, она электрическая. То
Вообще без понятия, в какую сторону даже идти. Зачем сюда? Оу-оу-оу-оу-оу. Блин, какая арена сегодня длинная. Отвали от меня. По пятам просто. Ну я, по-моему, понял, куда. На самый верх и влево. Вправо там расширяется ее. Мы, скорее всего, вправо от нее потом побежим. Пока не знаю. Да, бля. Каждый пиксель сделан ровно на то, чтобы ты мучился. Стреляешь по врагам, если эта падла ходит рядом. Враг умирает, он тебя, Эмил, ловит. Да как они долго тут летают. И сразу блок двери, и все. Они тебя прям возле двери спали. Не, ну дверями подряд, по-моему, это жесть. Это перебор. Раньше между ними хотя бы там какие-то несколько часов было. Открывайте двери мне. Да, слава богу. Ага, я оказался, бля, но не тут. Да. Опа. Я сюда должен через верх попасть, что ли? Кто знал тогда, что она по потолку полезет? Не, ну, кусочек маленький я в другую сторону пробежал. Теперь будем этот закреплять. Ну, не сюда. Больше инвиза. Мне не зря жизни дали, да, столько, такое количество. Чтобы я больше находился в инвизе. Да, все в порядке, она меня не видит. И понеслась. То есть, когда она бежит за тобой, она в любом случае тебя увидит. Надо было, наверное, хп все тратить до конца уже, не вылезать оттуда. Оптомимикрия.
как палился, но и реабилитировался. Так, она вроде удрала. Я дверь открыл просто. Блин, чудеса какие творятся просто. А нечего было круги наяривать, вот и все. Да не, пусть добивает. Это неверно. Я по второму кругу пошел, мне времени не хватило. Бля, ну ты запрыгнешь, нет? Все, поехали. Фух. Убежал. Чудом просто. Так, дружище, ты будешь умирать-то? Сохраняемся, да, естественно. Так, это у нас дорога. А. Подожди, я разве тут не был? Вроде был. Ладно, я хотя бы карту соединил, это хорошо. А вот и блок. Ну а так что, с ним не драться лишний раз. Что тут у нас такое вообще? Как туда добраться? Я понял. Четвертый танк. Сколько у меня и танков много. Ну давай, в принципе. Я просто открою эту штуку. Просто чтобы она была. Здесь мы тоже карту соединяем. На всякий случай. Что это дает? Это странная комната. Вон. Что
Вот эти вас гаврики значит, стали почему-то быстрее убиваться. Так, проверяем карту. Ну да, тут все тупик, тупик. Подожди, а вниз? Какой-то другой получается блок, да? Ага. Открыли. Ракеты, отлично. Секреточка нашлась. Блин, ну с этими блоками гораздо проще секретки искать. И босс, кстати. А чё, где? Что за босс такой? Как я попасть? Кто такой? Да, он меня замочит быстрее, чем я его. Я понял. Не знаю, есть ли резон у вас ракет вообще мочить. Я очень много в него не попадаю. Может, он визуально как-то меняет? Сейчас он быстрее меня замочил. Гораздо. Не врубаюсь, как его убивать. Пока не вижу какие-то лазейки. Просто парировать надо. Да, походу он горит электричество. Ну. Да, вроде пока он. Пока ток вокруг него. Ты не можешь ему наносить урон.
Пока не совсем понятно. Слишком мало он дает времени у него нашмалять. Давай, вылезай. Сука, а прям в меня попал. Гаденыш какой. Так, а что с ним произошло? Помутирует. Получена штурмовая ракета. А, я типа усилил ракеты через этого урода, да? Ну да, была ледяная, теперь штурмовая. Отмечает цели, да. Дали способность по нескольким целям сразу же стрелять. Я, кстати, не прочитал, как это работает. Это, по-моему, сейчас я здесь восстановлюсь. Здесь, по-моему, следующая соседняя комната, вот эта дверь. Нужная мне. Блин, ну я бы сохранился, конечно. А, только наверх мне не попасть. Вообще ни разу. Ну точно. Выход один. Пока отсюда вот так. Так, штурмовая ракета. И последняя точка. Ну, вот, все отметили. Проверяем. Бам-бам-бам. Прикольная штука. Ну, как говорится, это совсем другая история. Продолжим следующее. Ну, блин, задолбалось болеть. Продолжим в следующий раз, как закутся. Ну, а на этом все. Спасибо за поддержку, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.